Welcome to the Power of Faith and the Ministry of David Hathaway. Please join David as he ministers today's word. Иисусом не бывает слишком поздно. Если только ты придешь и поверишь, что Он может это сделать. Я назову вам одну причину, почему Иисус задержался. Другая женщина, которую Он исцелил, Он не специально остановился, чтобы исцелить ее. Но та женщина была такой нетерпеливой, в таком отчаянии. Она сказала, если я прикоснусь хотя бы к краю одежды его, я даже не буду его останавливать. Я не буду задерживать его. Ему не нужно знать, кто я такая. Если я только прикоснусь к краю одежды его, я знаю. Я знаю. Я знаю. Аллилуйя. Я знаю, что Он исцелит меня. He will heal me. Он исцелит меня. Do you understand why Jesus stopped? Понимаете ли вы, почему Иисус остановился? Here was a woman who believed. Там была женщина, которая верила. She'd had the disease 12 years. Она страдала этой болезнью 12 лет. Spent the money on the doctors. Она потратила все деньги на врачей. Nobody could help her. Никто не мог помочь ей. But she believed in Jesus. Но она поверила в Иисуса. She believed in miracles. Она поверила в чудо. She knew if she could just get to Jesus. Она знала, что если она просто подойдет к Иисусу, just touch his clothes. Просто прикоснется к его одежде. She said, I know. Она сказала, я знаю. Oh, I know I will be healed. Я знаю, что я буду исцелена. She touched him. Она прикоснулась She к нему. Was healed. И она получила исцеление. And then Jesus knew. И Иисус знал. Nobody can come to Jesus except he knows. Никто не может прийти к Иисусу без того, чтобы он знал об этом. He knew. Он знал. And he took the time to deal with her. И он уделил ей время. I'm going to tell you tonight. И я скажу вам сегодня. If you will come to Jesus, если ты придешь к Иисусу, He's going to take the time to deal with you. Он уделит время тебе. However many you are, сколько бы людей здесь ни было, thousands or millions, тысячи или миллионы, the numbers don't matter. Цифры не имеют значения. To you, Jesus knows you as an individual. Иисус знает тебя как отдельно взятую личность. Hallelujah. Hallelujah. And if you will touch him, если ты прикоснешься if you к нему, will reach out to him, если ты прострешься к нему, he knows you. Он знает he тебя. Knows who you are. Он знает, кто ты. And he's going to take time и он уделит время, to help you tonight. Чтобы помочь тебе сегодня. Oh, but the tragedy is with this father.
Но трагедия сейчас у этого отца. Because of the delay, his girl is dead. Из-за этой задержки его дочь умерла. And I can feel how his heart sank. И я могу чувствовать, что его сердце просто упало. It's too late. Слишком поздно. But now Jesus is speaking to him. Но сейчас Иисус обратился к нему. And I want you to understand Jesus is talking to every one of you here. Я хочу, чтобы вы поняли, что Иисус обращается к каждому из вас сейчас здесь. Whether you had a lifetime of pain and suffering like that old woman. Даже если твоя жизнь была наполнена страданием и болью, как у этой более пожилой женщины. Whether you are a father and a mother. Или если ты отец или мать. Or whether you are a child. Или даже если ты ребенок. I want to tell you that Jesus is speaking to you. Я хочу сказать тебе, Иисус обращается к тебе сегодня. And he wants to say to every one of you. И он хочет сказать каждому из вас. Don't be afraid. Не бойся. Just trust me. Просто доверяй мне. But how difficult it is to trust. Но насколько сложно доверять. When the girl is dead. Когда дочь умерла. But that was only the first part of the problem. Но это была только первая часть проблемы. Because Jesus continued with the father to the house. Потому что Иисус все равно пошел с этим отцом к нему домой. And you know, when we got to the house, it was even worse. И вы знаете, когда они пришли к дому, было еще хуже. The house was filled with sad people. Этот дом был наполнен печальными людьми. Because the girl was dead. Потому что девочка умерла. And Jesus just looked at them. И Иисус просто посмотрел на них. He said, why are you crying? И он спросил их, почему вы плачете? The girl isn't dead, she's only asleep. Девочка не умерла, она просто спит. And you know, it's so like people today. What was the reaction of the people? И вы знаете, точно так же, как сегодня, какой была реакция людей? They laughed at Они Jesus. Смеялись над Иисусом. You understand? Представляете they себе? Laughed in his face. Они смеялись ему в лицо. Don't be crazy. Ну не будь сумасшедшим. We watched her die. Мы видели, как она Look, умерла. Here she is. Смотри, вот она. We cradled her in our arms. Мы держали ее на руках. We saw the life slip away. И мы видели, как жизнь ускользает She's из нее. Dead. Она умерла. Look, it's reality. Посмотри, это реальность. I want you to understand reality. Я хочу, чтобы вы понимали реальность. Reality means the girl is dead. И реальность гласит, что девочка мертва. But Jesus changes reality. Но Иисус изменяет реальность. Jesus changes lives. Иисус меняет жизни. God opens prison doors. Бог открывает двери тюрем. God sets the prisoner free. Бог освобождает узников. And God raises the dead. И Бог воскрешает мертвых. Because Jesus went to this girl. Потому что Иисус подошел к этой девочке. And the Bible is so clear. И Библия говорит нам об этом так четко. He just put the people out of the room. Он просто всех остальных выставил из комнаты. He went to the dead girl. И он подошел к этой мертвой девочке. And this is what he said to И вот что он ей сказал. Get up. Встань. He didn't say dead, arise. Он не говорил ей, мертвая воскресни. He said, get up. Он сказал ей, встань. You're not dead. Ты не мертва. And the girl got up. И она встала. And she walked. И она пошла. She was not dead. И она не была мертвой. She was alive. Она ожила. It's a miracle. Это чудо. And you know, that's what Jesus wants. Another, oh another touch of your hand. Oh another, yes another, oh another. Thank you for listening to The Power of Faith, broadcast with David Hathaway. We would love to hear from you. Contact us by visiting www.eurovision.org.uk. Also available online are a large assortment of videos, magazines, and books for your growth in God. We would like to give all new subscribers to David's ministry a free gift. To receive your free gift, visit www.eurovisiontv.org. Remember, those who know their God will be strong and do exploits. Worship used by kind permission of Vinesong. www.vinesong.com